Томми! Версетти! А! Вот черт! Не думал, что они отпустят его! Он, не поднимая головы, помогает и людям забыться. Люди достаточно вспомнят, когда увидят, как он ходит по соседним улицам. Это будет плохо для дела. Так что мы собираемся делать, Сонни? Мы позаботимся о нем, как о старом друге. И займем его не в городе, да? Мы говорили о расширении, Сонни, так? Сейчас Вайс-Сити дорого стоит. Колумбийцы и мексиканцы, черт. Даже эти кубинские беженцы режут друг друга на кусочки. Но это все наркота, Сонни. Ни одна из семей не возьмется за это дерьмо. Времена меняются. Семьи не могут не обращать внимания, когда наши враги пожинают плоды. Так мы отправим кого-нибудь сделать грязную работу, а сами себе отрежем жирный кусочек, а? И кто там наш человек? Кен Розерберг, чертов адвокат. Как он будет держать в узде Версетти? Он нам не нужен. Мы просто выпустим его в Вайс-Сити. Мы дадим ему для начала немного денег, так? Дадим несколько месяцев. Затем нанеси ему визит, ладно? Посмотри, как у него идут дела. Эй, ребята! Я Кен Розенберг, эй! Отлично! Я отвезу вас на встречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если все пройдет хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно. Они братья. Один занимается бизнесом, а второй полетами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолете. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идем. Принес? 100% настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зеленые. Десятки, двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Давай, жми быстрее! Я на одну секунду отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Поспим немного? Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнем сортировать эту кучу. You got ID? You got tickets for the show tonight? The chairs, not my son. Tushin is, sir. Начинаем нашу программу сообщения из Госдепартамента. Все мосты и некоторые дороги, находящиеся в районе метрополитена Вайс-Сити, закрыты по причине прогноза плохой погоды. Сильный ураган уже прошелся по 5 островам Карибского моря и движется в направлении нашего города. Следите за нашими дальнейшими сообщениями. You want to feel the real thing, man?
зоне. Томми! Томми, давненько не виделись! Да. Я знаю, знаю, ты просто переполнен эмоциями. 15 лет! Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Эй, работать на семью — это не слишком складно. Но семья разбирается сама, да? Итак, дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте? Послушай, Сони, нас подставили. Это была ловушка. Горели, погибли. Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми, мои деньги! Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, но предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони, все будет окей, ты же меня знаешь. Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил кофе. Это катастрофа. Нас ужасно обманули. Послушайте, эти гориллы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учил законы. Так что, черт возьми, мы собираемся делать? Заткнись. Сядь, расслабься. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин, а потом я убью их. Это хорошая идея. Это отличная идея. Мне надо подумать, надо подумать. Ой, надо подумать. Это полковник в отставке, полковник Хуан Гарсия Кортес. Он один из тех, кто помог мне разобраться с головорезами из Вай-Сити. Так, теперь слушай. Он проводит вечеринку на своей дорогой яхте в заливе. И все крупные игроки Вай-Сити собираются там быть. Ясно? У меня есть приглашение, конечно, но я ни за что не пойду туда. Я даже носа за дверь не высуну. Ничего не получится. Тебе сказано, заткнись. Я пойду сам. Стоп, 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 стоп. Эй, мне тоже нравится 1978, но знаешь, там не будет пива и стриптиза. Я хочу сказать только без обид. Мне кажется, тебя могут вышвырнуть на улицу по совсем другой причине. Я что, неправильно одет? Так, слушай сюда. Иди к Рафаэлю, скажи, что я тебя послал. Он сделает тебя респектабельным. Давай, 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 давай. Хороший мотоцикл.
ночи! Я полагаю, что вы тут по поручению господина Розенберга. Надеюсь, что недавние проблемы не повлияли на его здоровье или на психическое здоровье, господин, Версетти. У него только что началась агорафобия. Прекрасно, прекрасно. А вы? Я всего лишь хочу свой товар. Ах, тут совершенно неудачное стечение обстоятельств. Конечно, я сначала собственное расследование проведу, но на такое деликатное дело нужно время. Может, мы поговорим позже? А пока позвольте мне представить вас дочери. Мерседес, ты могла бы заняться нашим гостем, пока я вернусь к своим обязанностям? Займись, пожалуйста, нашим дорогим гостем. Конечно, папочка. Извините меня. Мерседес? Попробуй смириться с этим. Так или иначе, позволь мне показать самых выдающихся гостей. Это наш конгрессмен Алекс Шраб с восходящей силиконовой звездой Кэнди Сакс. А вы знакомы с моей любимой женой Лаурой? Ну, к сожалению, она в Алабаме. Это Кэнди. А вот это звезда Мамбы Вайс-Сити, великолепный Би-Джей, всегда очаровашка. Я придержал его, а потом посадил в инвалидную коляску. Это хорошо, а теперь я присматриваюсь к первоклассной недвижимости. А тот, кто возле бассейна? Джесс Торрент, знаменитый певец из Love Feast. Могу спорить, вы знаете, как играет в пинг-понг в Таиланде. Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Импотент и болтливое трио. Та спящая туша – правая рука папы Гонсалес. А двое других – пастор Ричардс и кинорежиссер псевдоинтеллектуальных фильмов Стив Скотт. Страсть нимфомании. Когда появляется гигантская акула, он откусывает их члены к чертовой матери. Ха, вы никогда раньше не видели ничего подобного, правда? Полковник! Ваши вечеринки всегда пользуются успехом. Я могу только извиниться за поздний приход. Ах, амиго! Как же тебя найти? Наш бизнес очень тяжелый. В воротах варвары. Пришло время чьих-то наградить друзей и ликвидировать чьих-то врагов. Кто тут крикун? Ну-ка, отзовись. Рикардо Диос. Это господин Кока. Мерседес! О, я как раз собиралась отвезти в город своего друга. В другой раз, Рикардо. Рикардо, давай работать вместе. Давай уйдем отсюда. Действительно, возьмите меня в клуб. Ладно. Ты будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Ладно, еще увидимся, красавчик. Не сомневаюсь. Yellow, smoke gun.
Но я надеюсь, вы хорошо провели время, а то я схожу с ума от беспокойства. Что вы обнаружили? То, что в этом городе больше преступников, чем в тюрьме. Нам нужен авторитет с улиц. Так, дайте мне подумать. Понятно. Так, этот английский музыкант мешок с дерьмом, он ходит под именем Кента Поля. Так или иначе, он так далеко всунул нос в деловой сити, что если кто-то знает, где находится 20 килограмм коки, то это тот парень, так? Он всегда бывает в Малибу. Я нанесу ему визит. Не надо волноваться. Откуда вы появились? Я столетиями искал такую птичку, как вы. Я ищу одного английского парня. Кент Поль, дружище. Да, я тут губернатор. Я улаживаю проблемы, понимаете меня? Я позабочусь о вас. Я дам вам все, что захотите. Не беспокойтесь ни о чем, дружище. Исчезни, дорогуша! Вы Кент Поль? Я друг Розенберга. Розенберг. Ах, этот ненормальный! Этот парень мог бы отправить невинного человека на смерть. Дай-ка нам еще выпить. Каждый тут комендант. Послушайте, я теряю 20 ключей и кучу денег. Наркотики – это игра для бандитов. Что вы об этом знаете? Ой-ой, я вот к чему клоню. Есть один хвастун, который занимается кухней в отеле на Океан Драйв. Он в последнее время был очень доволен собой. Вы могли бы проверить его? Сделаю и встречусь с вами. Да, точно. Давай, иди отсюда, бандюга. Я тебе покажу. Дай мне выпить. И где эта потаскушка? Что ты уставился? Заткнись. Эй, сделай меня, ты засранец. Hit me then! О, пора идти, парень. Сделайте из него котлету, тогда он станет разговорчивее. Вам тоже что-то надо? Эй, спокойно, я хочу то же, что и ты, брат. Ах да, а что это? Твои зеленые и белую леди моего мертвого брата. К сожалению, твоя пуля уложила нашего вожака. Произошла неприятность, исчезни. Эй, не надо на мне изображать героя. Я это понимаю и так. Мы одиноки в этом чужом городе. Нам надо присматривать друг за другом. Со мной все в порядке, брат. Ты в этом уверен? Тогда возьми это, иди за мной. Сюда! В этом городе ты должен понять одну вещь. Тебе тут будет очень жарко. Давай оружейный магазин в паре кварталов отсюда. Thank you.
Я посмотрю, что можно раскопать. Я буду следить за тобой, Томми. Damn you, chicken! Нашли Диасу покупателя. Ты дашь ему кольцо и заключишь сделку, понял? Где ты сейчас? Что с твоим голосом? Ты в порядке? Просто скажи мне, где ты? Кто ты, черт тебе подери? Где Лео? Лео ненадолго вышел, а меня оставил за тебя. Да пошел ты! А, боже ты мой, это вы. О, черт, мне нужны новые штаны. Эй, эти психи Севера, они ждали сигнала и скоро тут появятся. Так где эти чертовы деньги? Расслабься, мы еще не на этой стороне. Ох, мне действительно казалось, что вы с этим разобрались. А сейчас они говорят, что мы должны оказать им услугу. Это значит, что услуга с меня. О, конечно, точно так. Разве я похож на того, кто может запугать присяжного? Я не могу запугать и ребенка, и поверьте мне, я пытался. Послушай, либо так, либо кузен Форелли, Джорджа, получает 5 лет за мошенничество. Тебе надо убрать этих ребят. Понятно, помочь присяжным передумать. Не беспокойтесь об этом. Нет! Я пробовал. Суд плохо разбирает дело. Они должны передумать. Ну ладно, придется еще немного дерьма раскидать. Кажется, я понял, кем я был в прошлой жизни. Идиот! Пуэло Мацарентос! Now, I'm a mother, so I have to deal with this issue. Моя тачка, оставь мою тачку в покое. Эй, а кто мне за это заплатит? You like me, you gotta do better than that. Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Будь осторожен. Get out of my living room.
Я не могу в это поверить. Ты помнишь Джордио? Помнишь, он невиновен. Это Сони, как загар? Я не загорал. Ладно, ты так и не отдал мне деньги, и я спрашиваю себя, чем ты занят? Так скажи мне, Томми, чем ты занят? Ищу деньги, Сони, не беспокойся. Я не беспокоюсь, Томми, я такой... Потому что в моей жизни было много проблем с ненадежными людьми. Не становись ненадежным, Томми, пожалуйста. Сделай одолжение нам обоим. С нетерпением жду твоего звонка. Learn oral traditions. Learn to respect life. Make... Подойди к телефону возле бульвара в Вашингтоне. Говори, это ясно без разговоров. Томми! Томми, как дела? Нет-нет, скажешь мне позже. Скажешь мне позже. Томми, это Авери Каррингтон. Думаю, вы встречались на вечеринке. Мы не знакомы лично. Привет. У Авери есть предложение. Разве мы думали по-другому? Я пытаюсь прогнать волков от двери. Так поможешь мне? Я как натянутая проволока. И даже если мне придется умереть до конца недели, хотелось бы думать, что не бедным. Теперь успокойтесь вы оба. Сынок, ты помогаешь мне. И если какие-то куски дерьма мешают тебе жить, я позабочусь о том, чтобы они надолго заснули. Ладно, ладно, чем я могу помочь? У компании по доставке есть депо на классном участке. Они не продаются, они ухватились за него, как огромные старые крысы. Так мы выкурим оттуда этих паразитов. Отправляйтесь туда и потрясите осиное гнездо. Охрана будет сильно занята, и вы можете пробраться и разобраться с ними. И вы должны поменять одежду у Рафаэля, вы должны были уже быть там, так идите. Должен быть бунт. Если дела пойдут так, как надо, зайдите как-нибудь ко мне в офис. Кто они, эти ублюдки? Адвокатские ублюдки, окруженные такими же уродами? Are you late for tea off too?
разойдитесь. Правление будет обсуждать все жалобы соответствующим образом. Богатая дирекция сосет. Families that spend time together naked are the best kinds of families. You see, social class... Алло, это мистер Версачи? Да, это Кортес. Ты как-то был у меня? Да, я помню. Мистер Версачи, это было самое неудачное для бизнеса происшествие. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, что я и мои люди делают все возможное, чтобы разобраться с этим. Если хотите поговорить в более интимной обстановке, вы знаете, где меня найти, хорошо? Удачи, сеньор. Rub it in. Buzz off! Ooh, that's nice. I'm gonna get a gnarly bruise. Touch me some of that buns. I'm the only one you've been waiting for. These kids nowadays, I swear. Mijo. The signs say no smoking.